Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW X3. Итак, ремонтировать буду заднюю часть машины. Заднее крыло, крышку багажника и бампер с фонарем заменим. Разбираю и начинаю ремонт. Первым делом вытяну заднее крыло, насколько это возможно. Итак, крыло вытянул, зазоры появились. Теперь удаляю поврежденный металл. Итак, весь поврежденный металл удален, остальное буду равнять. Теперь приступаю к донорской части. Беру только то, что мне надо. Донорским куском я разобрался, теперь выравниваю металл, который остался на машине. Thank you.
Итак, теперь все готово к сварочным работам. Сначала свариваю весь внутренний металл. Итак, внутренние части я сварил, теперь могу примерять заднее крыло. Установил заднее крыло, теперь выравниваю заднее соединение. Прикрутил заднее крыло саморезами, установил задний фонарь и, как можем видеть, зазоры в порядке. Могу сваривать. Итак, заднее крыло приварено. Теперь устанавливаю задние фонари, бампер. И на этом работа с металлом закончена. Отдаю машину на покраску. Итак, машина покрашена, осталось ее собрать. На всю работу ушло 11 рабочих дней, и теперь вы можете увидеть конечный результат. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!